Всем привет! Данный видеообзор записан специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре микроколебалочка от фирмы Quantum. Серия Magic Trout, называется она Bloody Big Blade. Вставляется в таком вот пластиковом блистере, идет картонная подложка, очень плотная, закрыта таким плотным довольно-таки пластиком. И внутри у нас помещена данная колебалочка. Что мы видим на лицевой стороне? Вес 2,6 грамм, размер ее 35 мм и расцветка у нас розовый-белый. Но не только розовый, здесь в принципе присутствует три цвета, также еще такой фиолетовый. Обратная сторона у нас вот имеет такой цвет. На сайте есть довольно-таки неплохой выбор данных колебалочек. 7 расцветок. В основном они яркие. Такие форелевые, провоцирующие цвета. Но раз у нас серия форелевая, значит и цвета должны быть форелевые. По толщине сама колебалочка очень такая тоненькая, легенькая. Хоть вроде бы кажется, что она такая объемная. Для микроколебалок непривычный размер. Она в принципе так и называется. Большое лезвие. Потому что имеет такую широкую довольно-таки форму. И подойдет не только, как по мне, для ловли форели, но и в какое-нибудь летнее бесклевье, когда рыба будет плохо реагировать на какие-то более крупные колебалки, можно попробовать половить на такую небольшую, ту же щучку, окуня. Я думаю, подобные формы щуку должна очень даже расшевелить. Эта форма, в принципе, такая всем привычная. Форма ложки имеет широкую амплитудную игру. Единственная проблема, что может быть довольно-таки далеко, особенно в ветреную погоду, данную колебалочку вы не забросите, так как, я еще раз говорю, она прям такая получается легкая и имеет большую площадь. Ветер будет ей пробить тяжело. Но на каких-нибудь местах безветренных или на небольших речушках это колебалка будет вам очень хорошо помогать в ловле хищной рыбы. Оснащается данная колебалочка двумя заводными кольцами. Также, что не особо привычно, есть еще в комплекте вертлюжок для того, чтобы во время проводки данная приманка не сильно крутила ваш шнур. И тройничок, который стоит на колебалочке, имеет такой небольшой размер и очень классную заточку крючков. Здесь все прям на уровне, крючок довольно-таки острый. Что хочется сказать, что колебалочка, конечно, не бюджетная. Цена ее колеблется в районе 300 рублей. Там есть такие сильные колебания цены. Есть и за 280, есть и за 350, ну то есть в зависимости от расцветки. Но, как вы понимаете, цена довольно-таки уже солидная. Но всегда форелевые приманки стоят каких-то больших денег. Даже для того, чтобы ловить форель, нам при этом еще и надо обычно заплатить, если этот водоем платный. Но обычно они не являются такими. И поэтому можно заиметь себе в коллекцию такую интересную приматку от фирмы Quantum Bloody Big Blade. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!